Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. Дамы и господа, моем чиркималейкум, добро пожаловать в наш мир искусства под названием прохождение альтернативы 1.3.2. Сегодня мы с вами будем искать баги, вернее, баги ищете вы, а я их доношу в массы. Вот сейчас я решил починить свой костюм, который... с помощью которого я дразню собачек. Думаете, мне его не жалко? Еще как жалко. Уже немножко пошатал, но у меня аптечек еще полно. Давай, грязи. Прикормку привезли. Так, красота. Сколько собак-то злых, а, доберманчики. О, один, смотрите, как укусил меня, елки-палки. Зажало его, зажало слегонца. Давай, давай, писайтесь. Ой, чуть меня не сгрызли. Аптечка нам, а. Пошёль. Ой, чуть это выбросил. Это что-то я не то сделал. Сейчас. Пусть кушать хотят собакерки. Давай, 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 давай. Ой, злые какие собаки. Ну да ладно, хватает издеваться над фауной и флорой. Давайте переместимся уже к столу. О, что-то я не туда, ребята, меня бубануло, блин. Ваш пес старый с ума сошел. Ну да ладно. Кстати, да вот куда починку бесплатную оружия бронежилетов мне прислал подписчик под псевдонимом Алекс05. Раз я не туда пошел. Сейчас переместимся куда нам надо. О, и собак не будем дразнить. Все живы и здоровы, все в целости и сохранности. Где у меня бинты? Вот оно. Ну, тут недалеко. Пока пойдем. Пока идем, хочу всех, ребята, пригласить на сегодняшний стрим. Пользуюсь случаем. Так, кто не подписался на канал. Ну, ребята, вы много потеряли. Мы тут продолжаем куролесиво. Оба она, смотрите, двое злорца, одинаковых торца. Кстати, что же нам потребуется для бесплатной починки брони? А также можно и оружие починить с помощью этого способа. Нам, ребята, нужен ремкомплект. Хотя бы один для брони. Вот у меня вот кожаный плащ бандитский. Это тоже немножко подушатанный, не сомневайтесь. Ну, на экзоскелете. Короче, показываю все, что чинится все. Так, подходим к столу. Начать ремонт брони. Выкидываем чертям собачьим. Ремкомплект, набор инструментов. Так, ну чё? Чинимся, да? Чинимся. Как наши тут дела обстоят? Починились. Давайте курточку попробуем, работает или не работает. Так, ремкомплект. Пока никто не спёр. Опять начать ремонт брони. Вот, видите сами. Плащик-то, костюмчик-то не особо-то починенный. Выбросить опять. Снова. Опять починили. Ёлки-палки. Так это можно на халяву султанчику потом подносить все починенные бронежилеты. Кстати, боже, и на Агропробе есть такие столы. О, починился. Работает. Смотрите, давайте-ка этот еще попробуем. Стальной крыс. Самое то, что нам надо. Выбросить. Опять чинимся. Блин, красота, ребята. Работает, оказывается. Спасибо разработчикам за такую дыру. Ну что ж, ребята, а на этом это видео хочу закончить. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока. И удачного прохождения.